Заман Хайрус, ГРТ каналында хабарлар. Студияда чалышыр Татьяна Ставилова. Электен баш темалар. Инфраструктура хем регионал элермеси министру Сумардын 28-кезінде Гагаузия келді. Март айдыр медесінде Гагаузия башканы Евгения Гуцул иш визитинен Казая күйіне келді. Евгения Гуцул Казая күйін біркач үретім күрімнарыны хем Казая күйін салық меркезіне долашты. Сорку бүйтмесі бұнын үчін чевчелік чорбачыларын бұлышмасында Кумратта лав гетті. Инфраструктура хем регионал элердемеси министру Сумардын 28-кезінде Гагаузия келді. Визитин программасында ГРТ каналы да барды. Андрей Спын упайалды обсуждаем вместе программасында. Неден сора ГРТ компаниясының өнінде оны автономияның яшшенлары беклерділәр. Онлар келділәр нетлен койма она бір сыра соруш. Ангы жуваплары кабілеттілер бізем сюжетымызда. Инфраструктура министру Сумардын 28-кезінде ГРТ каналында обсуждаем вместе программасында пай алды. Очык ты репликайлен о юзря Анита Айлери Гагаузия халкты плышун спикеры Дмитрий Константинов сөледі. Ани девлет финансларындан Гагаузия лазымны паралары каблетмер. Мы 2 года назад встречались с господином Спыну в Кангазе. Біз 2 жыл кейін Спынуйлан Конгаза келдік. О заман бүтін хүкіметін бұлышмасы орада кечті. О бана сөледі, ани келян вақытта біз башка яшыма керлерінде ішлері башаражез, да сорым Гагаузия кележез. Кечті ішінден сора 5 жыл, беші япылмады. И вернемся в Гагаузию. Вот 2 года прошло, уже получилось 4. 5-й год в этом году тоже 0. Все молчат. Буна инфраструктура министру Сукенди аргументлерини верди. Потому что Константинов в одну передачу сказал, вот был вопрос. Я пришел с цифрами. В 2021 году было сдано 42 миллиона в лев. 42 миллиона. Константинов программаларын берісінде сөйледі, ани финанслар верілмер. 2021 жылда 42 миллион верілді йоларын үзілмесіне, 2022 жылда 90 миллион лейден зеді, 2023 жылда 37 миллион лей вердік. Долайламак йолыны яптык, 17 километра, 38 миллион лей верілді. Валканеш долайламак йолыны да япырыз. Можно мне ответить? Да, давайте. В 2022 году. Да. 92 миллиона. К нам? Да. А вы знаете, 3 года еще раз. Региональное развитие мы не получаем деньги на дороге. Кувет хем джумня темседжлери Гагаузи радиотелевизиону компания с навизитиндан сора хеп даныштылар министру я сорушларлан ангалары баалы йолларын дюзюльмесиннен. Я хотел бы, если у вас будет возможность, потому что вас кыете очень ждут. Кыет күйінде сізі пек беклерлер. Бен істерім сіз Конгаз күйінде елда кенді машинылан кезінәсініз. Не построена ремонт. Чтобы вы проехали на этом ремонте, на этой машине, в первую очередь. Сізя мусаферля келді министр Спыну. Да, кебу инсанда хепсінде вар аджылар. Бұнар діл хепсі инсанар. Бұ кам ким дуйду. Ани келер, сайын министр. Біз та хеп келдік бірі, чүнкі дұйдық ани сайын министр келер. Да он үшін бізде бар бір қач соруш, онлар бізі бөлі ішітмерлер, қабілетмерлер. Он үшін сілі ани келелі бірзі, біз та істер сонара бір кі соруш сорма. Министр ачықлады бұлышмақта, неже регионал проектлерінен финанслар пайы делерлер. Есть европейские деньги. Регионал илердемесінде біз кемі проектлері геліштіреріз. 21 проект сізін көлерінізді япылды. 70 миллион лей койылды. 120 миллион лей паркларын хем канализацияның дүзілмесіне верілді. Пара бүтін девлетті етішмер. Неча девлет үләді регионал орында. Условия жизни. ГРТ каналын япынын йөнінде инсанар топландылар, лозунгларлан Гагаузия башканы Молдова хүкіметіне герісін, хем автономиянын хакларыны девлет уырында корусуннар. Наверное, хочется, чтобы не только представители правительства, парламента... Истерим ки хюкюмет, тем сельчилери ясабал снар автономинан канонарыны. Бюн без сюлери сани автономии лазым корума. В правовом статусе Гагаузии закон, который был принят парламентом Республики Молдова, где четко прописаны все права. Пришли вот, помочь, чтобы утвердили нашу башка. Истерис башканымызы тутурма, ки кишиневда, бизим хакларымызы корусуннар. И
чтобы нас понимал Кишинев хоть чуть-чуть. У нас цель написана очень красиво, очень ясно. Мы просим утвердить нашего Башкана, чтобы мы имели нормальную власть, а не так... Без гельдик, ки башканы мыс, кюкюмете герсин, без бунетлен гельдик. Со спину посмотреть, что он будет разговаривать. У нас есть вопросы по спину. Поэтому мы знаем, куда пришли. Спасибо. Мы не пришли просто развлекаться. Ну, поддержать народ, чтобы соблюдали все законы Грузии, чтобы выслушивали людей. Халк лязым дуйсун кендик уведене, инсанары лязым ищетсинер. Слушать людей, как бы в нашу поддержку, чтобы это все было. Мы уже в том возрасте, что мы хотим немножко спокойно жить. Мы же старались, боролись для чего? Что было сколько лет? 30 лет. Без гельдик ойлара ачан хепси и олсун истерис. Башканым зылязым сайсынар. Руководство. Чтоб нашего президента, мы народ выбирали его, нашего Башкана. Мы приехали с такой целью, чтобы наши центральные власти повернулись к автономии. Девлет куветлери лязым башканымызы хюкюмеття каблетсинер. Башкан приняли в правительство, как раньше всех принимали. Это есть закон. Почему вы не уважаете нас? И я вам больше скажу, не хотите даже с нами садиться за стол переговоров. Вы нас не слышите. Вы не знаете, что... Нечинси системерсиныз башканымызы хюкюмеття каблетмя. Лязыми саба аласыныз бездин бакышларымызы. Бизе йоллар дил лязыми слянышмаклары лязым курма. Бизе сепаратистлер сулерлар. Зависит именно от головы, чтобы вы понимали. Любовь Ивановна, зависит именно от политической, знаете как... Кто возглавляет политическую сегодня элиту или движущую силу? Мы приезжаем в Кишинев, на нас там кричат сепаратисты. Я вам говорю, мы не поддерживаем никаких радикальных... Без радикалын сыныры туттур мэрыс. Не да сизя сөйлямер сайдылар, без бюлян сыныры туттур мэрыс. Один или другой. Мы это не поддерживаем. Я не знаю, кто вас там говорит. Мы это не поддерживаем. Ким еши нар сордулар министру и нечин кумрат касабасынын меркезинде чок атлы ев дизюлер. Бу сорушу касабая шены Мария Полукчикойду. Бен келдим не ишим бири, чунки чок хата вар бизим муниципиан тарафындан. Они верелер незаконные строения, решение совета выносить деля. Незаконные строения верели. Биз уже артык бу ючил, бу стройкаларлан бадаш, они гюрешерис, ама ким сиджик буна чикмы сайып чикмыр. Ондан бен шиттым, они бүгін гельджик Андрей Спыну. Бянниджа он на рачок даныштым, Майя Григорьевна да, правительство Хепсина даныштым. Бянстерым она гюзіна бакаракта сөйлейм, бекемо бильмер бу олайлары, бянстерым она анатма. И если мусайт он даулджик вакыт, гетсін, гөрсін, нас стройкалар олайрла бізді, бя она гөстірджам онларын ответлеріна, они онна біза верділер. O zamandan son bir karar versin de söylesin hani biz diliz doğru. Ben sanayım hani bizim rukavodstvalar artık o kadar çok hata yapıyla hani insan bizim onları inanır ama onlar insanı çiğniyala. Yani ben bunu уже, bu benim мнением. Ben bunu уже düşünüyorum. Yani o nice minister çıksın sahip bizim rukavodstva yani municipi советниклары, они яптылар, дил дору выноститлер шейн. Булушманын башарылмасында дыш ишлеринде баканынын башын ярдымчысы Юрий Кузнецов министру Гагаузинын байрагыны башлады. Вот у нас в этом году 30 лет автономии. Вот, пожалуйста, можете вот этот флаг повесить в правительстве где-то? Браво, давайте посмотрим. А можно в кабинете Башкана? А если вам Евросоюз... Не, Молдавский, да. Если Евросоюз будет защищать права гагаузов, общаться с нами и выполнять все требования, для соблюдения гагаузской автономии. Спасибо. Татьяна Ставилова, Вячеслав Кысса, Ирина Резунец, ГРТ, Хабриляр. Март айының 20-сінде Гагаузия башкын Евгения Гуцул иш визитинен Казая күйіне келді. Евгения Гуцул Казая күйін бір качу ретим курымдарыны, хем Казая күйін саалық меркезіні долашты. Аңғы сорушлар ачыкланды, бізім сюжетымызда та атерінден. Гагаузия башкыны Евгения Гуцул танышты Казая күйін 3-нчі ұшақ башчасында кошулағынан ачыкланды үйретим процесі хем проектлер аңғыларыны лазым елерлетмә. Казая күйін 3-нчі ұшақ башчының башы Алена Мандажы шүкір етті Гагаузия башкынын хем оның командасыны дестек ічін. Сау ол істерім деме бізім башкынымыза.
bizim halk topluşuna, bizim primariye, hani bugün bulundular bizim uşak başçasında, bizimle barabar. Pek seviniriz bu vizide. İleri doğru da hep bizim problemler açıklansınlar böyle uğurda. Kazaya köyün sağlık merkezinde çalışır 28 medisina uzmanı. Evgeniya Gutsul tanıştı sağlık merkezinin işinden hem hangi koşullarda insanlar ilaçlanır. Gagauzya Sağlık Bakanlığı'nın başı Edgar Dimov anlattı. Hangi projekler geliştirildi hem lazım yapılsın sağlık merkezinde. В этом году буквально было сделано полностью отопление проведено. Bu yıl biz bütünlüğü ısıtmak sistemasını değiştirdik burada. Geçti yıl finansları verdi garaj düzülmesine, laboratoriyalar hem lazımlı kurumlara değini. Şimdi biz gene destek edeceğiz. Bu önemli projekte başa çıkaracağız. Gagauzya Başkan Yardımcısı Viktor Petrov nişanladı. Hani bu takım vizitler yardım eder yerinde görme hangi problemler var Gagauzya'nın köylerinde. Da adım adım onları çözme. В принципе, это у нас нормальное плановое мероприятие, когда мы выезжаем. Bu iyi bir praktik. Açan biz gideriz Gagauzya'nın köylerine de yerinde tanışırız. O problemlerle angıları var. Oldu buluşmaklar primariyada, okulda, uşak başçasında, sağlık merkezinde. Bileriz hangi problemler var. Kurduk planı da yavaş yavaş yapacağız işimizi. Gagauzya Başkanı Evgeniya Gutsul çizgiledi. Hani her bir köye gidecek ki tanışma onların problemlerinden. Şimdi biz bulunuyoruz. Центр саулык центр центр да нередете яплы гене яплы проект икинчи транш шимди без здравоохранения лан коячис бурае ани улсун ер хепси условиялар улсун бу инсанара исим сөймөн биз хер бир күйө киречис хер бир күйдө биз булушачыз хепсен бакачыз да аннайчыз хер бир күн кенди проблемаларын. Vizitin süresinde Kazaya Köyü'ne Evgeniya Gutsul dolaştı. Kazaya Köyü'nün teoretik liseyini. Avtonomiyanın başkanı Lafetti öğrencilerle tanıştı. Üretim kolaylıklarından okulda. Gagauzya başkanı anlattı. Hani Hider liseyinde Kazaya Köyü'nde koyulacak güneş panelleri. Ne yardım edecek isiltme şafk enerji harçlarını. Kazaya Köyü'nün teoretik liseyinde öğrenir 375 öğrenici. Oleg Dologla, Leonid Arfonos, GRT haberler. Климатын дейишмеси битки йыллар койер агроизмечилери дил салт Молдовадан ама бүтүн дүйнөдөн таарамай йени келер колуйкларыны. Курак хабаларын бетирине апшы кырларда таа секме башладылар. Ама бу культуранын исле альтернативасы бар. Ангысыны Молдовада компанияларын бериси теклиф эдер. О мысыр. Мардын 28-нде Комратта семинар кечти. Нереде анаттылар бу файдалары хем бүтмек колуйклары үчүн. Мысыр бүйтмесі Молдованын үйлен тарафында. Семинарын баш темасыйды. Аңғысыны кечерділер Гагауз ерін чифчелері ічін. Мысыр бір альтернатива кебі папшуя аңғысы дайынықлы климатын түрлі кошуларына. Инсанын арасында мысыра дерлер кырларын девесі. Ачыклады Георгий Есир компанияның менеджері аңғысы мысыр тохымларын сатмасынын заанатланыр. Умеет выдерживать высокие температуры, то есть формирует урожай независимо и может уходить. Мысыр бүйік сыжаклара дайыныр. Ачан ямур йок, диапауза әгерер. Неден сора о кендіне келер, хем берекет верер. Бүтке илларда ямурсызлык бетеріне бізді папшой бүйтмесінден проблемалар пейдаланыр. Оныштан Чевчелік министерлий аграрийлары папшой екме насатламыр. Были осадки, мы имеем проблемы с кукурузой. Даже уже министр сказал, что не рекомендует возделывать кукурузу. Мысырын имелік тарафындан калетесіне бакарак, папшойдан та шака алмыр, да колайлыклан екмек ерені варын жаусын. Азия девлетлерінде чоктан мысырдан уын япырлар, да түрлі ішлері ондан пішірерлер. Аңғыларыны име нутрициологлар насатлырлар. Зере орада йок глютен. Гагаузия Чевчелік баканның башы Сергей Бришим сайыраны автономияда лазым кырларда генішлетме мысыр миданларыны. Во-первых, культура пластичная. Во-вторых, она не вызывает почву утомления. Енилкин лазым алмайы сабауну, ани бу культура топра юрултмыр. Біз гюререс ани илдан ямур таз яйер. Біз анырыс ани мысыра 200-250 миллилитра немник илда етер. Каблетме 1 гектардан 3 тон берекет. Папшу үчін бу коэффициент 450-500 миллилитра илда курыр. Неже гюререс 2 кереде тачук лазым. Мысыр курак хаваларына даяныклы.
Кими гагауз чевчелереш нян сураденерлер мысыр бюйтмя, ама дель бюйк ерлерда. Семинарда онара ени гибрид сойларычын аннаттылар. Я собираюсь тоже начинать выращивать соргу, но в этом году у меня пока... Бен истерим мысыречмя, ама буйлун бенда калмады бо, что прак нери, он варнжи яким. Ама геляныла мутлака буны япыджам. Бунунчин да гельдым сеслиим бу семинары. Бенимчин пек файдал олду. Да бен нетимя койдум мысыр бюйтмя. 40-50% площадей будем попробовать это от всех пожилых. Да, в этом году. Ондан соры нежегюзліклері топлыджіз, кырларын 40-50%-ны мысырланекеджіз. 5 ил сырадан папшу ектім. Ама онлардан 3 ил хич берекет олмады. Оныштан лазым біразар хепсі культуралардан екмә, ке кайбетмеме, ама макар біраз казанма. Тайлері Молдова Республикасының чевчілік министерлігін башы Василий Боля сөледейді. Ани Молдовыда канун уырында яса кедіжіклер кеме долайларда папшу екмә. Ерлі жымурада лазымлы кадар ямур ямарсыды. Мардын 31-де Кумрат Касабасында кечечек башканыдына оркеструсынын концерде. У башлаячек ярым алтыда авшамнен. Теклиф эделер бу культура олая келесинер хепси истеенер. Хабирледи оркеструнун башы Юрий Тараненко. В целях пропаганды духовой музыки в нашем регионе, в Гагаузии, мы проводим концерт духового оркестра. В программе нашего концерта эстрадная. Рух музыка сны илердеть мядени без гечерис бюля концертлери. Халк хем эстрада музыкасы без им программам издавар. Истерический инсценар сессинар музыкой. Нравилось, мы используем и песни в нашей программе. Хотим, чтобы наши зрители, наши любители музыки духовой могли приятно услышать. Мы прививаем любовь к духовой музыке. Лери Дору, спорт хабирлери. Geçen dinlenme günlerinde Moldova şampiyonatın basketbolda geçti sırada Kımaççinere de karşı karşıya geldiler. Çadır basket komandası hem UTM Kişinyov. Çadır basket aldı üstüne bütün oyunu da gösterdi. Kendisini yüksek orda. Çadır basket taradı. Sayılın 74-60. Şampiyonatın bitkisine adın 2 tur kaldı. Çadır basket gider 3. yerde. Gelen buluşma geçecek cumartesine Baba Mart ayın 30'unda Asiyem Sport комплексында. Чемпионатын сүресінде бұлышты Табир Гагауз командасы Камрат Хорсыз Академия командасының Бельц қасыбасында. Камрат Хорсыз бұ бұлышмада таратты сайылын 71-82. Команданың ен чықышлы спортшылары олдылар Дмитрий Күркчу аңғысы кетірді командая 12 пуан, Владимир Султ кетірді командая 21 пуан, Владимир Чебатар кетірді 20 пуан, хем Иван Дулоглы 15 пуан. Камрат Хорсыз İlerlediler güreşmeyi play-off için de onun var büyük şansları çıkma üsekerlere. Gelecek maçı Komrat komandası geçirecek Baba Mart ayın 31'inde Kişinyov Arena'da. Karşı karşıya gelecek Gloria klubunun Kişinyov'dan. Резиен қасыбасында кешті кикбоксинг Куба аңғысында апайалды 372 спортшу. Комраттан Огус Файт клубыны танытырды бұ яршмақларда 14 спортшу. Аңғылары сырады кекерет көстерділер үйсе куырда дүйшілерім. Истеріс шүкіретме қазырлайжылары колайлық ішін пайылма бұ турнирда ұрғыладылар клубын тренерлары. Клубын дүйшілері қазандылар 12 алтын еділ бірді күміш. Лазым нышыны мәне Алекс Пайу пайылды дүйшді колан ішін. 45 kilolik çeki kategoriyada. Taradı 3 kere kendi konkurentlerine de kazandı kolanı. Turnir geçti Rezin kasabasında. Haberlerin sonunda hava durumu. Гагаузияда ачық хава бекленілер. Лүзгер 15-17 метр секундта есейджек. Хаваның температурасы Кумратта гүндіз 19 градусы жак, геджа 9 градус. Чадырда 19 градусы жак, геджа 8 градус. Валканешта гүндіз 19 градусы жадын, геджа 9 градус.
Сиссиритнес хабирлери ГРТ каналында калынса алыжаклан, бакын хем окуын бизи ГРТ МДСФ-асында, Ютубта, Фейсбукта, хем Телеграм каналында. Калын бизимнен садиче ии хабирлер сизе.